Ревизии пищеблоков запорожских детсадов продолжаются. На этот раз проверку прошел учебно-воспитательный комплекс «Основа» в Орджоникидзевском районе. Там показали, чем кормят маленьких воспитанников, где хранят продукты и рассказали о том, как составляют меню. О нюансах детского питания расскажет Виктория Печерская. Завхоз учебно-воспитательного комплекса «Основа» Татьяна Терешина показывает овощи и фрукты, которые им привезли только вчера. Морковь, картофель, капусту и яблоки закупают два раза в месяц. Все эти продукты хранятся в кладовой, которая находится на улице. А вот всевозможные крупы, мука, сахар и макароны находятся в одном из помещений детского сада. Мясо, рыба и молочная продукция в холодильнике. Скоропортящие продукты нам завозят два раза в неделю. Это рыба, мясо, сосиски, печень. И мы тут же их отдаем. У них 72 часа хранения, рыба 48 часов. То есть нам завозят, и мы тут же израсходуем. У нас ничего не замораживается, не оставляется, выдается сразу. Молоко тоже 2 дня, 72 часа хранения. Комирник принимает продукты. Если качество продуктов не устраивает, значит мы в телефонном режиме звоним поставщикам, и в течение этого же дня продукты меняются. Вот. Если говорить о мясной продукции, о рыбной продукции, то возвратов не было по поставке этих продуктов. Иногда бывает то морковка, то картофель. Ну, это все решается в течение этого же дня, и детям готовятся продукты, которые соответствуют сертификатам качества. Чтобы проверить, так ли это и в каких условиях малышам готовят обеды, наша съемочная группа посетила святую святых – кухню. Процесс готовки в самом разгаре. На плите закипает суп, жарятся рыбные котлеты. Все согласно меню, которое строго контролирует медсестра, уверяют повара. Получается котлета у нас, два раза мясо у нас и рыба у нас. То есть не бывает так, вот, чтобы какой-то день был без мясного или без рыбки. Там очередуется вот так вот. Запеканочки у нас очень вкусные, творожные. Вареники ленивые деткам даем тоже. Выпечка у нас получается вторник и четверг у нас выпечка обязательно. Или пирожочек, или ватрушечка с творогом. Меню у нас составлено согласно норм, приведенных в инструкции по питанию. Оно утверждено в районной санстанции. Согласно нему, в принципе, мы и работаем. Оно двухнедельное, и по нему я составляю меню. Контролирую питание каждый день, снимаю пробы перед подачей их детям. Всего в детсаду при комплексе «Основа» воспитывается почти сотня дошколят. Самые старшие из них как раз готовятся к обеду. На первое у малышей суп, на второе – пюре, рыбная котлета и квашеная капуста, а еще компот. Вкусно кормят в садике? Да. А что любишь кушать? Котлетку. Суп, борщ. Ну и все. Я люблю есть вымесные котлеты и кассы. А вообще в садике вкусно? Да. В гордепартаменте образования обещают продолжить гастрономические ревизии на пищеблоках в детских садах. За проверками будут следить журналисты телеканала МТМ.